Итак, всем здравствуйте. В общем, сегодня короткий обзор такой покажу. Тут у меня поступило предложение снять видеообзор снасти на хищника, на ауху, на щуку, на сама, в общем, на любую хищную рыбу. Универсальнейшая снасть, но очень простая. Вот спиннинг, вот скользящий груз. Она делается, в принципе, вот показываю. Вот он, скользящий груз. Вот он гуляет по леске. Ниже вот стопорок стоит. Еще ниже карабинчик. Сантиметров, наверное, где-то 20. Вот, сантиметров 20 где-то карабинчик от стопорка. И поводок. Вот такой вот, с плетенки. Вот он. И вот с таким крючком. Не знаю, какой это номер. Вот такого размера. Вот. Вот. Мизинец, в общем. Вот так. В общем, это универсальная снасть, которая, в принципе, ловит все. Ну, вернее, любую хищную рыбу. Кроме, ну, наверное, верхогляда. Хотя попадались и верхогляды на них, на эту снасть. Проще некуда. Так что сделать очень легко, просто делайте и ловите. Всем привет!